Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Саркоплей, и я сегодня буду играть в Фей, Принцесс и Русалок. Школа Фей, Принцесс и Русалок, ну что ж, погнали. Давай-ка мы будем идти на задание. На задание у меня три задания, да. Дельфина, парк какой-то непонятный парк. Парк, да? О май гад, я с этой одеждой на новогодний. О май гад, я с этой одеждой. Отличная одежда, господа, просто замечательно. Господа, просто, господа, это просто на Новый год, давай-ка я оденусь по-нормальному, потому что могут меня посадить на этот наряд. Ну, почему бы не походить на этом же наряде? Так-ка я одену вот такой красивый нарядик, потому что холодно на улице, просто до лаве замерзаю сегодня. И у меня задание какое-то ждет меня вот здесь какое-то задание. Я даже не знаю, я даже не представляю, какое задание. В лесу каком-то. Непонятно. Может, задание у меня есть какое-то непонятное, да? Да, можно поразговаривать? Нет, нельзя. Господа, давай-ка мы будем отправляться в школу. Давай-ка мы переоденемся, потому что... Так я не пойду в школу, я просто хожу в сад. А я могу отправиться домой? Я хочу отправиться домой. Как-то можно отправиться домой или нет? А домой отправляться можно? Как я могу отправиться домой? Боже. Ой. Я... Пузырь. Отлично. Вы заработали очень больше клиентов. Хорош, господа, у меня есть план. Все, господа, я отправляюсь в свою уже квартиру. Так-ка я свой номер. О, господа, я в своем доме. Да мне, господа, давай-ка мы побудем. Господа, давайте мы же договоримся. Так, давай-ка я пройдусь. Так, господа, давай-ка прежде чем я уйду с этого мира, давай-ка я приоденусь тут. Давай-ка я сяду. О, как я легла, как это красиво. Давай-ка я оденусь. Свою домашнюю одежду, потому что так одеваться некультурно, особенно для меня. Так, давай-ка я так оденусь. Вот эту вот одежду одену, фиолетовую мою уже. Такую же одежду, давай-ка я проснусь. Вот такая вот фиолетовая сверкплей. Вот, давай-ка я пока вместе тут я посижу. Я посижу пока что вот тут. Офигеть, сколько бриллиантов у меня на счете. Так, я тоже напомню. Господа, смотрите. Господа, давай-ка мы посмотрим сначала на этот вид. Смотрите, господа. Господа, тут, господа, смотрите, тут свечки, тут чай, тут наушники. Господа. Ой. Господа, тут, кстати, есть тут кроватка, тут есть вот это вот. Тут есть эти самые. Я их вырублю свет. Вот, смотрите, какое офигеть. Давай-ка мы тут камень. Господа, тут есть каминчик. Тут можно. Ой, тут можно вот так застелить. Тут можно тут тоже застелить. И тут можно офигеть. Тут есть даже тут ванная есть. Вот тут ванная. Тут есть. Господа! Господа, тут. Господа, тут, кстати, есть тут. Господа, тут есть, кстати, тут туалет. Тут есть ванная. Тут есть вообще тут все многое всего. Есть тут балкон. Господа, тут есть еще тут балкончик на улицу. Вот такой балкон у меня. И тут еще есть. Господа, тут есть кухня. Господа, тут есть еще. Господа, тут. Господа, тут есть еще елка. Тут есть еще. Господа, тут есть еще кухня. Надо нормально сесть. Надо еще одеться, потому что.
Надо я в спальник, сон. И будем я буду выдвигаться. Сону я одену еще, я прическу вот это вот. Вот эту вот одену, потому что она очень красивая выглядит. Так. Я пока мечтаю. Опачки, господа, пряники готовятся, да, я съем одним. Один пряник съем. Вот. Если ты можешь. Смотрите, господа, смотрите, какой. Ой, я хочу включить, они есть. Смотрите, господа, какие пряники. Я ем пряник, это так мило выглядит. В пряник, господа, у меня тут в роте есть печенечко. Господа, это мое самое, господа, это мое самое любимое лицо в моем мире, так. Идеально едим книгу. Ой, это не книга. Я съела, теперь нам надо выспаться и идти в школу, так. Ну что ж, ждем, пока мы на магии монтажа. Господа, смотрите, как красиво. Засыпаем. Гора просыпается, и просыпается эта самая мафия. Уровень. Господа! Господа, вы только что видели? Оно только уже заполнилось. И тут еще телепорт. Еще напарник. Игроки есть. Только я проснусь. Ой, точно выспаться. Все, господа, я выспалась. Теперь мне надо отправляться уже в школу. Давай-ка я отправлюсь в школу. Изначально, давай-ка, господа, я одену вот эти вот фиолетенькие такие. Потому что Новый год, господа, надо отправляться в школу. Просто 1 сентября мой персонаж просто идет в 7 класс. Нет. Ей, моему уже персонажу уже. Надо уже идти как-то профессионально. Давай-ка мы косички оденем. Вот так мы так оденем, как школьница. Обычно фиолетовый оденем, конечно же. Плавать. Ну-ка, наряд выберу какой-то школьный. Вот это вот не только я выберу какой-то. Вот это вот школьный наряд. Я так пойду в школу. Господа, я пойду с печенькой во рту. Ну что ж, погнали идти в школу моего монтажа. Тоже телепортируется в Happy New Year. Я там уже была, так. Конечно же, в... Конечно же, новый капух. Я хочу увидеть новый капух. Ну что ж, погнали увидеть. Ладно, мы уже здесь, в школе, да. Уже 5 утра, надо мне уже... Ой, я тут сижу на скамейке зачем-то. Опачки, школа. О май гад, зелье варить, так. У меня есть план на какую-то платформу залезть. Ну, такую залезу. Я оденусь. Господа, я сыну. Господа, я оставлю вот так. Так. Оранжевый. Вот этот желтый. Зеленый, желтый, два желтых. Пока все отлично. Это надо спрятать. Химия. Сегодня химия, так. Я не работаю. Химия в 7.00. Компьютер и пи и искусство английское, обед, плавание, выпечка и танец. Короче, обычно завтра компьютер и искусство, выпечка, английский. Короче, сохранение данных. Ты чё, господа, она села на моё место. Законно на моё место. Тебе отсюда не надо сделать было на моё место, потому что это моё законное место.
Господа, у меня тут, кстати, есть бантик. Офигеть. Только я... Все, господа, я всех не вижу. Я еще не вижу всех. Оценку дайте мне мою. Господа, я как бы ученица, так сижу в костичках и с печенькой во рту, и с фиолетовыми глазами сижу. Так, пожалуйста, пожалуйста, только мне дайте мне пятерку. Я не хочу быть двоечницей, двоечницей, все. За... У меня Б с плюсом, и эта маленькая девочка у нее Ф с плюсом, она, наверное, время... У меня Б, у всех Б. Дай-ка я придумаю свой шкафчик. Да, я вот здесь будет мой шкафчик. Так я придумаю пароль. 777. И давай-ка какой-то сложный. И 4, 2. Все, входите. 777. И... Ой-ой-ой. Удалить. 777. Я забыла. Господа, я создам. 777 и 1. Все. Эй, ты что смотришь мой? Она смотрит в мой. Господа, она смотрит в мой этот самый. О, отлично, это что? Это что, куда у нас? А, это компьютеры. Я найду место, вот это место. Все. Это фиолетовый компьютер, я сюда сяду. Я сюда сяду возле фиолетового компьютера. И как у... Господа, я возле какого-то парня. Лы. Что я не могу найти? Лы. Сы. Ты. К. В. Ж. Ю. В. Г. Ж. Господа, я заработала А с минусом. А, ну хоть получила пятерку я. Это хоть что-то радует так. А сегодня занятия. Сегодня компьютер искусство. Надо как-то так переодеться очень красиво. Ну, и так сойдет. О, блин, фиолетовые волосы, кошмар. Вот надо, господа, надо краситься фиолетовыми волосами или же не надо? Блин, девочка бедная, ты ж можешь переодеться. О, боже, я как это... Господа, давай-ка я переоденусь на искусство. Господа, где тут такого искусственного? Найду какое-то искусство. Ну, я не буду пропускать занятия. Вот, пи. А, нет, это спорт. Это... Все оделись на спорт, и только я на не оделась. Ну, давай-ка я одену вот фиолетовый, я одену фиолетовый. Отлично. Господа, если честно, я одела фиолетовый костюмчик. Давай-ка. Опачки. Плывем. Чего я? Господа, я считерила. Господа, я считерю.
Постучать, постучать. Господа, я получила пятерку, отлично. Давай-ка я сегодня же искусство, давай-ка я оденусь в мою одежду. Так-ка я оденусь в мою же одежду, в мою. Так-ка я вот так оденусь на искусство, потому что мне вообще отлично сохранение данных. Я пришла на искусство, а я упала. Ой, я опять упала. Это мое место. Вот это мое место будет. Ты что занимаешь мои места? О, вот мое место. Я с этой девочкой. Так, покажите, надо обязательно. Ой, это что там? О, май гуднес, это что? Разве я получила здесь пятерку? О, май гуднес, надо тут все тут заливать. Нет. Я могу сбивать другие рисунки или что? О май гад, надо повторять, надо срисовывать, надо плагиатить у других, да? Я не могу нарисовать это. Господа, я ненавижу рисование, потому что он какой-то... А опять эта киточка пропала. О май гад. Отлично. Так, срисовываем так. Красный, вот так. Вот так. И вот что двойку, потому что не похоже так. Надо какой-то тут огонь какой-то нарисовать. Она рисует цветок, чем повторить это? О боже мой. Она рисует цветок. Боже. Что за дети пошли, пожалуйста, не крась меня. Потому что игроки не способны на худшее. Нет. Я получу двойку, потому что я тут не успею, блин. Она рисует вместо красного розовый. Типа сердечко нарисует. Боже. Блин, господа, я тут получу двойку. Ну, не знаю, как рисовать, так что я не приготовилась на искусство. Я получила опять Б. А кто-то получил двойку? Кто-то получил пятерку. Господа, ну, это как-то так не меняет. Ну, опять в искусстве. Я хочу быть там. Почему я не могу? Что будет какой-то нитя, какого из нитя, господа? Искусство плавания будет. Плавание, реально, будет плавание. И будет реально плавание, так что давай-ка плавать. Плавки, так, фиолетовый цвет. Что тут есть по фиолетовому цвету? Я могу вот эти вот плавки. Ой, блин, я оделась не вовремя, я оделась вообще не вовремя. Оденусь вот так. Оденусь вот так, потому что я хочу что-то новое. Ну-ка я оденусь. Да, господа, я... Ой, идем. Он меня постоянно обманывает. Это английский. Супер высокая. Итак, оденусь вот так. На английском. Все, я вот тут сяду, вот тут. У меня вообще-то без разницы, что там будет происходить вообще. Идти. Хороший хозяин умеет своих гостей. Размещение, отлично. Размешание. Это было так с мужчиной, может быть. Смущущий. Когда Д. День Святого Валентина на февраль вроде бы. Да, февраль, отлично, правильный вопрос. Правильный ответ.
приходит после вторника. Вторник, среда, среда. Да, среда, правильно, среда приходит после пятницы. Вторника приходит среда. Я выпал из газировка на вечеринке. А лот? А? Разве а? В смысле? Блин. Господа, я получила пятерку, отлично! Господа, я получила пятерку, ура! Это что? Ладно, успею, я нажал. Это что, обед? Обед, да, фух. А то я подумала, что это... Давай-ка я что-то закажу, например. Давай-ка я обед. Мама, серьезно, виноград, сода, пепси. Ну, так я закажу. Не могу уже. Я не могу заказать, что? Может так? Нет. Я не могу заказать. Выпечка, плавание, я есть еще и не буду. Все, макароны с сыром и виноград сода, я уверена. Нет, господа, я сейчас потрачу свои деньги. Господа, ну хоть хорошо поем, все. Ну, какая-то карточка. Ну, давай-ка я вот сюда. Розовый нет. Господа, розовый... Подождите-ка. Господа, розовый – это девчачий цвет, а я выбрал красный, потому что красный – это кнопка подписаться. Обязательно подпишитесь, хорошо? Отлично, сохранение данных, отлично, снова. Нет, надо брать мою еду. Опачки, я, господа, я какой-то официант. Опять ты мне это советуешь, я хочу сесть в... Вот тут сесть хочу вот тут открыть. Офигеть, какие макароны, офигеть, рука, палочки для еды. Вилка, конечно же, буду есть вилкой. Нет, надо мне там ложка. Зачем ты прыгаешь? Я буду тут все есть, потому что у меня тут все есть. Господа, смотрите, фиолетовый цвет. Господа, мой самый-самый любимый цвет – это фиолетовый. Господа, я первый раз тут вижу фиолетовый цвет с напитками. Офигеть просто. Я напиток съела. Отлично. Теперь я все, господа, я наелась. Господа, сколько у меня там карманных денег? А, понятно. Господа, главное их не потратить, потому что будет очень плохо, если я там нашу ерунду. Присоединяюсь в купальник. В купальник надо уже идти. Платье, вот это вот. Все, господа, я отлично приготовилась на сегодняшний день. Я уже в купальнике, как вы видите. Я надеюсь, что все уже приготовятся. Я уже в купальнике. Ой, вы уже все, девочки. Это разве купальник? Ты зачем в розовом? Ты должна, чтобы все тут скрывалось. Ну, ты же не... Она маленькая, я... Господа, я вам кое-что хотела рассказать. Я подростка. Господа, я хотела вам кое-что рассказать. Я подросток, да. Где там купание? Я знаю, куда мне надо идти. Вот, все, я готова. Отлично, я правильно шла. Вот тут именно. Ой, я уже тут. Нет. Надо внимательность так. Уже 20 комментарий. Нет!
господа, господа, у меня... Попадал один раз. Господа, у меня А с плюсом. Класс выпечки, следующий раз. Господа, сегодня класс выпечки, отлично. Выпечки, выпечка, выпечка. Мне нужно что-то такое одеть выпечкиного. Для выпечки, для выпечки. Вот это вот я одену для выпечки. А, нет, не идеально для выпечки это. Не идеально это для выпечки, да. Я одену вот это вот. Господа, я знаю, что... Господа, я знаю, что это спальник, но я хочу просто так одеться. Вот. Все, я в спальнике так. Сегодня это самое... Ура, сегодня доготовка. Я запомню вот этот стол, потому что... Господа, я знаю, что тут надо делать, тут надо муку... Ой. Ты чё сюда идёшь? Это моё вообще-то место. А, я ж... Меня не спрашивает, что это время оно идёт. Идеально. Так, молоко идёт дальше. Клубника и фиолетовый. Отлично, просто идеально сейчас будет выпечка. Вот у меня там кто-то готовит. Сейчас мы шоколад и фрукты. Сейчас мы все сюда добавим. Вот так. Все. Все, господа, у меня. Господа, а ты куда идешь? Без моего ведома. Но... Господа, моя игра зависает. Господа, зависает полностью моя игра. Господа, смотрите на эти кексы. Господа, смотрите, какие. Господа, смотрите, какие я кексики сделала. Так, я возьму себе один. Один себе. Когда я кого-то угощу. Ой, спасибо. Вот на. Да, пожалуйста, возьми. Возьми ему кекс. Она взяла ему кекс. Он такой какой-то все бывает, только я всех угощу. Спасибо. Я девочку угощу. Угощу девочку. Все, у меня все. У меня все забито. Кекс. Кексик, кексик, кексик. Такой милый кекс. Да, я не буду есть. Я не буду есть твой кекс. Так я сяду. О, господа, у меня опять А с плюсом. Отлично, отлично, отлично. Так я куда-то сюда сяду, где-то вот сюда, где-то в пекарне, вот тут сяду и буду, господа, буду есть мой кексик. Офигеть, господа, смотрите, какой мой кексик такой красивенький. Я ставлю моему, господа, я ставлю моему кексику очень много баллов. И еще вот этот кекс, офигеть, этот кекс пробую еще один. Господа, господа, я пробую это за столом, потому что за столом есть надо. Я за столом пробовала, потому что давай-ка, какой там еще, там еще танец, да? Спор был, спор был. Спускаемся с водопада. Господа, надо уже номер себе покупать, потому что в одном бегать как-то так непривычно. Давай-ка я номер себе куплю и будем... Отлично, вот мой номер новый. Отлично. Я вот сюда иду, потому что... Оно вообще, это, господа, это моя выдуманная моя комната. Туда я еще такой алмазик. Возьмем его. Домашняя химия, да, давай-ка я его сделаю. Один, 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 один. Вот так, вниз, влево, влево. Господа, это прям как господа, это прям как Фрайдинг Фанкин, что ли? Это Фрайдинг Фанкин, только в Робраксе, что ли? Химия. Сделаем, господа, домашнее задание, потому что оно самое легкое из всех, что я видела на свете.
вообще. Компьютерное домашнее задание, ну вообще очень сильно легкое. Отлично, господа. Отлично, я завершила домашнее задание. И уже надо одеваться и ложиться спать и заканчивать видео. Надо уже заканчивать спать и уже заканчивать. Так, я вот тут сяду вот тут и буду одеваться в домашнее. Что тут у меня есть? У меня тут есть все книги. Ну, короче, господа, все там спрятать все книги, потому что у меня... Господа, у меня уже седьмой... Ой. Так. Господа, у меня уже седьмой уровень. Отлично просто. Так, я переоденусь в сон. Только вот такой. Так, я оденусь идеально просто. Сон, конечно же, ляжу. Господа, ну давай-ка мы на этом с вами закончим. С вами была я, ваша любимая Матрика Плей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте на колокольчик, чтобы увидеть прошлое. Ну с вами была я, ваша любимая Матрика Плей. Всем бай, увидимся в следующих сериях.